Не думал, что уйти будет так трудно. Я надеялся обрести гордость на этом пути и чувство достигнутой цели. Но то, что тянуло меня из дома, скоро исчезло. Остались лишь вопросы и сомнения. Поспешил ли я? Совершил ли ошибку? В деревне думали, что я ушел, потому что хотел. Что это мой выбор. Но мне так никогда не казалось. Нет. Это не мой выбор. Это моя обязанность. Потому что если не я, то кто же?
Thank you.
башке дыра. Oh, my God.
Прочь с дороги! За ним! Что? Мне сказали, ты научишь. Нет. Уходи. Я не уйду! Нужно разбить лагерь.
Должен быть иной путь внутрь. Пожалуйста, только выслушай меня! Извини, если я выразился недостаточно просто, и ты меня не понял. Я не хотел тебя запутать. Чтобы прояснить дело, я уточню. Проваливай с моей земли! Я лезу наверх! Послушай, чего ты так боишься? Боюсь? Я не боюсь ничего, а тем более дерзких сопляков вроде тебя. Небось, мечтаешь стать героем, помогать всем, спасать мир. Но продолжай в том же духе, и станешь разве что трупом, да и все. Мир изменился, мальчик. И тебе пора. Я не уйду, ты слышишь? Никогда не уйду. Погоди, старик. Я так легко не сдамся. Ты согласишься? Ты... Да-да-да. Неплохая прибавка к зарплате. Старика уделать, расплюнуть. В тот раз ты так же сказал, а я остался с дохлой лошадью и фингалом. Вы кто? Тебе это совсем незачем знать, щенок. Лучше проваливай отсюда, пока цел. Нет. Ну, мы предупредили. Зачем вы здесь? Что вам нужно? Спроси у вожака. Ты работаешь на старика, так? Может, так заговоришь? Спасибо. Убери. А затем побеседуем. Извини. Ты ни при чем. Эта лачуга вот-вот рухнет. Чудо, что до сих пор держится. Так, кто же ты такой? Меня зовут Радун Хагиду. Ясно. Даже не буду пытаться это выговорить. Так, что тебе нужно? Мне велели искать этот символ.
Ты хоть понимаешь, что он означает? И чего ты просишь? Нет. И все же ты здесь. Дух сказал, что я... что мне... Эти ваши духи веками издевались над ассасинами. С тех пор, как Эцио открыл ящик Пандоры. А, но ты ведь не знаешь, кто такие ассасины. Тогда слушай. Я расскажу одну историю, и это займет много времени. Вот почему ассасины поставили целью преследование тамплиеров. Ведь если те преуспеют, грезы твоего духа станут правдой. Я их остановлю. Ты, несомненно, попробуешь. Идем. Я кое-что покажу тебе. Осторожно. Я не шутил. Здесь все разваливается. Так может, починить? А смысл? Да и материалов на это у меня нет. Так купи. Глянь на меня. Думаешь, я могу прийти в лавку с полным кошельком и все купить? Да. Почему нет? Наивный. Сюда. Не думай, что можешь прийти сюда, надеть это и назваться ассасином. Я бы никогда... Ничего. К ним и правда руки тянутся. Что ж, ладно. Я согласен. Посмотрим, добьешься ли ты права носить это. Спасибо. Ахиллес. Ну, идем. У нас много дел. Ничтожество. Прах под ногами. Ты и весь твой род. Живете в грязи, как звери. Не хотите видеть истинный путь. Чего хотят тамплиеры? Того же, что и всегда. Власти. В колониях у них появился шанс. Шанс начать все заново. Забыть про хаос прошлого. Поэтому они за англичан. Здесь они могут продемонстрировать достоинство своих убеждений. Людей, которые служат порядку и структуре. Я видел, что будет, если они победят. Они должны умереть, да? Все они. Даже мой отец. Особенно твой отец. Ибо именно на нем все держится. И я учился. Бегать, лазать, драться, падать. И на каждый урок для тела приходилось два урока для ума. Языки, философия, логика.
искусство. Ахиллес чаще всего рассказывал об ассасинах и тамплиерах, об их орденах, истоках, целях. Века истории он уместил в несколько коротких дней. Я рассказал ему о тех, кто сжег мою деревню, о Чарльзе Ли и моем обещании. Ахиллес сказал, что Ли и его люди — тамплиеры. И ведет их мой собственный отец. Если я буду служить братству, эти люди станут моими целями. И я старался. Изо всех сил старался. Но было ясно, что мне еще многое предстоит узнать. Мое обучение только началось. Добрый вечер. С добрым утром. И тебя тоже. Ты куда-то едешь? Я решил все же сделать что-нибудь с домом. И ты мне поможешь. Залезай. Не глазей. Прости. Идем. Тут потрясающе. Люди, звуки, запахи. Можно целыми днями бродить, не увидев даже половины. Я в свое время думал так. Сейчас мне больше нравится деревенская тишина. Но тут столько жизни, столько возможностей. Для немногих, мальчик. Немногих. Тут рядом лавка. Купишь там все из этого списка. Скажешь им, где повозка, и они все погрузят. Понял? Да. Ладно. Тебе нужно новое имя. Ты достаточно белый, чтобы сойти за испанца или итальянца. Лучше пусть считают испанцем, чем индейцем. Но и это лучше, чем мой случай. Неправда. Правда и реальность не всегда совпадают. И как меня будут звать? Коннор. Да, пожалуй, так. Ну ладно, иди уже. Thank you.
только люди не развлекаются. Один пьянчил. Чего это он сбирал совсем чёрный? У местных все больше синих частей. Это он гимнастику делает? Что этот горилла вытворяет? Сколько? Каждый день вводят новый налог, новый закон. И все без нашего согласия. Сахарный закон, акт о возмещении, акт о таможенном управлении. Канцлер Таунчанд верно считал себя умнее всех, узаконивая это воровство, так? Но Конституция гласит, что мы можем возразить, что без представительства налоги вводить нельзя. Ну так кто же представлял нас в парламенте? Кто говорил от нашего лица? Ставил подпись от нашего имени? Назовите этого человека! Не можете? А почему? А потому что там нас никто не представлял! Спасибо. Вы меня раздражаете. Зачем далеко ходить? Спасибо. 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 Благодарю, сэр. Я ваш вечный должник. Такие, как вы, добром не кончим. Сколько можно? Каждый день вводят новый налог, новый закон. Что угодно. Мне нужны вещи из этого списка. А чем заплатить-то у тебя есть? Кое-что у меня есть, но не все. С досками беда с тех пор, как мой поставщик пропал. Но есть инструменты и деготь, и гвозди. Куда это нужно доставить? Наш фургон у ратуши. Надо вернуться к Ахиллесу. Кто выступает в парламенте от Бостона? От Нью-Йорка? От Вирджинии? Никто! А то да, товарищ, давайте с нами! От Ньюпорта, Ньютауна, Сиффорда и Салташа! Обратите внимание, все это захолустье, но у них есть свои представители. Хотя представлять, абсент, что же стало с правами англичанина? У нас больше нет голоса в нашем правительстве? Да кто они, чтобы затыкать нам рот?
чтобы представлять наши города чужаками. Помните акт о гербовом сборе? Мы тогда не молчали. И они отступили, нас услышали и его отменили. Но сейчас люди молчат. Или хуже, соглашаются. Мол, налоги не так высоки. Мол, деньги идут на нужные цели. А это все чушь, слышите, чушь. Пусть налоги и низки, но их ввели без нашего согласия. Куда они идут? В карман губернаторам и судьям. А раз им платит Британия, то ей они и благодарны, не нам. Поймите, это просто опасно. Опасно, я говорю! Зачем все на таможню? Подразнивайте лобстеров! Что случилось? Сейчас мы и выясним. Пошли! Иди за мной. За мной, на Кинг-стрит, мы им покажем. Прогуляемся на таможню. Кто с нами? Свободы нет границ! И по горло сыты. Заставим их слушать. Зачем слушать те, кто наша земля? И мы ее отвоюем. Повторяю, разойдитесь! Собираться такой толпой запрещено! Мы никуда не пойдем! Эй! Лучше вы вернетесь в Англию! Этот хаос ни к чему! Разойдитесь по домам, и вам ничего не будет! Никогда! Вы ответите за свои преступления! Трусы, трусы! Нас не напугают! Целитесь в безоружных людей! Мы не боимся! Смотри! Это... мой отец? Да, а значит, будут неприятности. Проследи за его сообщниками. Это толпа бочка с порохом. Нельзя, чтобы он поджег фитиль. Но... никаких «но». Делай, что говорят. Эй, ты, краснопузый трус, у тебя стрелять кишка тонка! Эй, креветка, давай, стреляй в меня! Краснопузый пропойцы и грабители... Эй, да вы! Что за суматоха? Братуши, пожар! Вашим планам конец. Еще нет. Черт! Стреляйте!
Супер! Надо найти Ахиллеса. Ученик дьявола. Он как старается. Убийство!
Эх, не побожно с ней. Сюда, сюда. Вы ученик Ахиллеса? Коннор, верно? Я видел, что случилось у ратуши. Скверное дело. Вы кто? Сэмюэл Адамс, к вашим услугам. Ахиллес попросил вывести вас из Бостона. Объясните. Вас весь город ищет. Слушайте, слушайте! По городу бродит преступник! Он замешан в бойне у ратуши! Всякому, кто его увидит, следует известить стражу! 10 фунтов тому, кто сдаст его правосудию! Для начала можно сорвать плакаты. Вернитесь ко мне, когда уберете все. Нас не должны видеть вместе, пока плакаты целы. Снимите плакаты, и мы поговорим. Коннор, вот и вы. Хочу познакомить вас с Айерсом. Это он тот убийца? Спокойно. Сайерс с нами. Точнее, будет за хорошую плату. Встречали его? Смотрите и учитесь. Слушайте!
Человек, виновный в сегодняшней стрельбе, может быть замаскирован. На месте преступления найдены парик и банка грима. Свидетели заметили, как бледный джентльмен среднего возраста бежал к причалу с винтовкой в руке. Большое спасибо, Сайрус. Не за что. Что ж, идем. У нас есть еще одно дело. Куда мы идем? К печатнику. По-вашему, откуда эти плакаты? Их печатают на станке. Мы его остановим. Тут пропускной пункт. За мной. Сюда. Я пойду по крышам. Встретимся на месте. Нет. Пожалуй, пора показать туннели. Туннели? Масоны создали целую сеть туннелей под городом. Полезны, когда нужно пройти быстро и незаметно. Ну вот, пришли. Жду вас внутри. Постойте. Thank you.
Зажгите лампы от своего фонаря. Так мы не заблудимся, если придется вернуться. Зачем построили эти туннели? Мне кажется, это не в том направлении. Отлично. Идем дальше. Пусть это не очень приятно, но стоит идти за крысами. Они часто бегут в сторону выхода. Правы. Простите, что сомневался в вас. Теперь ясно, почему Ахиллес взял вас под крыло. Дьявол. Среди ваших трюков нет умения взламывать замки. Отлично. Печатник уже близко. Встретимся у него. Ah!
ужас. Вы просите очень много, Сэм. Я знаю. Но я не пришел бы, не будь это вопрос жизни и смерти. Ладно, но только раз. В будущем за это придется платить. Сменить набор — дело долгое и трудное. А если об этом узнают, я дорого заплачу. Я не забуду вашей доброты. И я. Его труды покончат с вашей дурной славой. Я покажу, как выйти, теперь, когда все в порядке. Теперь вы знаете, как это работает. Вызовите чем-нибудь недовольство горожан, и они тут же позовут стражу. В зависимости от тяжести нарушения, они могут просто немного поискать, а потом вернуться во свояси. Но если сильно и не несколько раз их обидеть, преследовать вас будут куда агрессивнее. Есть три способа поправить дело. Снять плакаты, подкупить глашатаев или пойти к печатнику и начать свою пропаганду. Это неправильно. Почему нельзя просто объяснить, что я не виноват? Вы что, шутите? С ложью мы боремся ложью. Слова на бумаге тут же считают правдой. Мы пришли. Поговорите с капитаном, и он отвезет вас домой. Спасибо вам за все, Сэм. Обещаю, когда-нибудь я верну. Теперь вы знаете, как это работает. Вызовите чем-нибудь из того, что сторожа, и они тут же позовут вас. Они встречают тяжесть на жизнь, они могут просто немного поискать, а потом вернуться в оставляться. Но если сильный... Теперь вы знаете, как это работает. Вызовите чем-нибудь из того, что сторожа, и они тут же позовут стражу. В зависимости от тяжести нарушения, они могут просто немного поискать, а потом вернуться в свое. Но если сильно или несколько раз, то преследовать вас будут куда агрессивнее. Подкупить глашатаев или пойти к печатнику и начать свою пропаганду. Это неправильно. Почему нельзя просто объяснить, что я не виноват? Вы что, шутите? С ложью мы боремся ложью. Слова на бумаге тут же считают правдой. И все это принимают на веру. Вы что, забыли, что все это их рук дело? Я просто обратил их же фокусы против них. Должен быть другой способ. Более честный. Если узнаете, поделитесь. А пока будем использовать то, что есть. Простите меня. Я не хотел быть неблагодарным. Ничего. Я был таким же в ваши годы. Потом привыкните. А если нет? Если я не хочу? Тогда наверняка погибнете. Мы пришли. Поговорите с капитаном, и он отвезет вас домой. Спасибо вам за все, Сэм. Обещаю, когда-нибудь я верну долг. О, надеюсь на это. Вот так? Меня сейчас наизнанку вывернет. Тихо, малыш. Не понимаешь? Ему же хуже. Ну, ему вот так.
Свежие новости в сегодняшнем Boston Weekly Advertising. Не проходи, не взглянув на эту красоту. Слезай, а не то! Нечего там делать! Слезай! О! Не уйдешь, не «Черный лебедь» – вкуснейшая еда в городе, знаменитое воскресное жаркое, Таринский эль. Пустим кровь! Слезай, а не то! Он в своем уме? Назад! Чтоб тебя! Подозрительный тип.
с возвращением. Ты бросил меня в Бостоне. Наши тренировки прекрасны, но опыт куда более хороший учитель. А что мой отец? Удрал, к сожалению. Его нужно найти. И мы найдем после починки дома. Но он наверняка что-то замышляет. Допустим, ты его найдешь. И что тогда? Ты мальчишка, учившийся пару месяцев. Он взрослый и оттачивал мастерство десятки лет. Если ты хочешь воевать с тамплиерами, без них не обойтись. Бери, пока я не передумал. Он погибнет! О! Нет времени! Идемте! Вон там! Он только что проплыл под мостом! Помогите! Прошу! Кто-нибудь! Спасите! Помогите! Прошу! Кто-нибудь! Спасите! Помогите! Прошу! Кто-нибудь! Спасите! Кто-нибудь! Спасите! Этот болван пытается сказать, что он навсегда у вас в долгу, сэр. Кого ты назвал болваном? Тебя! Ты же он и есть! Что вы делали на этих бревнах? Такое уж у нас ремесло. Мы разбили тут лагерь неподалеку, и теперь валим лес. Хотим построить лесопилку в этих краях. Недалеко от дома на холме, где я живу, есть хорошее место. Ха, вы мне уже нравитесь. Поглядим. Я буду скучать по тишине. Но бревна нам точно пригодятся. Над домом придется потрудиться. И не только над ним. Будет время, приходи ко мне в хижину на берегу. Ты должен увидеть еще кое-что. Что же? Наследство.
Спасибо, спасибо. Вы целы? Кажется, да. Они меня, в общем, больше напугали. Мерзавцы. Чего они хотели? Кошель мой. Поняли, что он пуст, и решили отомстить. Как глупо. Мои инструменты стоят целое состояние. То есть стоили. Но я, пожалуй, пойду, а то ближайшая таверна не близко. Еще раз благодарю за помощь. У вас нет дома? Как сказать. Еще недавно был в Бостоне. Да только я не сторонник короля. Поэтому лоялисты выжили меня и из мастерской, и из дома. Здесь бы многим людям пригодились услуги опытного мастера, если ищете новое место. Да неужто? Я об этом подумаю. Thank you.
Это явно был тайник. Найди мне корабль с командой, и мы узнаем, чем же он тогда. Я встречал его, Кита. Он был высотой аж 7 футов, а то и больше. Здоровенный, просто великан. Чуть руку мне не сломал, пока пожимал. Я сразу понял, что обычное оружие его не убьет. Проваливай! Сказал же! Проваливай давай! Или по-людски не понимаешь? Ха, не видел, что ты здесь, старик. Знал бы, что ты ко мне заглянешь, так прибрался бы. Мальчика зовут Конор. Он пришел восстановить наследство. Восстановить? Прошу прощения. Он все еще быстрее всех в Атлантике. Правда, его нужно малость подлатать. Но немного ласки, и он снова полетит. Кто он? Кто он? Аквила, мальчик. Призрак северных морей. Судно? Судно? Это корабль, парень, уж будь уверен. А ты говорил, он тут наведет порядок. Да он самый зеленый юнец на всем фронтире. Конор, когда закончишь, просто возвращайся домой. Вы сказали, его нужно чинить. Сильно? Над ним надо поработать. И я могу это сделать. Но подходящих материалов мне что-то не хватает. Для начала нужна хорошая древесина. Ладно, найдем. А когда оно... он... сможет выйти в море? Ты добудь дерево. А команду я найду. Вот и ты. Я кое-что тебе покажу. Ну, взгляни. Что это? Грозбух. Он помогает управлять делами поместья. А это? А, это было давно. До эпидемии тифа, до тамплиеров, до того, как все рухнуло. Но это все в прошлом. Лучше сосредоточимся на настоящем. Возьми, Грозбух, я научу тебя им пользоваться. Время летело быстро.
Дни проходили в учении и трудах. В редкие минуты отдыха я узнавал новое о тамплиерах. О Чарльзе Ли и об отце. Я хотел бороться с ними. Сорвать их планы, чтобы мой народ больше никто никогда не тревожил. Но я знал, еще слишком рано. Если буду действовать сейчас, погибну. А тогда все напрасно. Терпение, сдержанность. Им научиться оказалось труднее всего. Но со временем я освоил и это. Дни шли за днями, складываясь в год. Мои знания и навыки росли вместе со мной. На борт, парень, полюбуйся. Нет, только не левой. Ни за что. Дурная примета. Сначала ступай правой. Он крепок. Да. Выдержит любой шторм. При сильном ветре даст 12 узлов. Ни один корабль не обгонит его в хороший день. Ну что, выйдем в море? Я покажу, на что он способен. Куда мы пойдем? Аквиле первым делом нужны пушки и канониры. Отправимся прямо сейчас. Не бойся, парень. Я из тебя моряка-то сделаю. Выбрать грот, Наванты! Поживей! Шевелитесь! Ну же, выведем его куда надо! Чего ты ждешь? Этим! Ну же, давай, он не укусит. Ты теперь с ним связан. Слушай и чувствуй. Он стоит. Вели поднять половину парусов, и мы двинемся. Пол паруса! Ха-ха! Аквила снова летит! Чувствуешь, парень? Курс на Мартас Виньярд. Там найдем и пушки, и канониров. Он проворен, но на больших скоростях неповоротлив. Так что веди его увереннее. Наслаждайся открытой водой, пока мы не добрались до мели. Можешь поднять все паруса. Все паруса! Славный все ветер! Паруса! Все паруса! Кажется, ветер меняется. Будь начеку, Коннор. При порывистом ветре идти нелегко.
Давай на всех парусах! Полный ход, все паруса! Теперь проведи нас мимо мелей. Только не задень их. Отмель нас просто замедлит. А вот рифы и корпус пробьют. Но лавировать лучше на половине парусов. Тогда он маневренней. Следи за другими судами. Не меняй галса, чтобы не столкнуться. Нужна скорость на всех парусах! Развернуть все паруса! Дома! Мы близко! Убрать все! Половину! Зарифить до полпаруса! А, мисс Мэнди, вы все так же восхитительны, как раньше. Спустя столько лет ты добрался до Виньярда, чтобы сыпать любезностями? Мы ищем Дэвида и Ричарда Клаттербаков. Я тебе тоже рада. Роберт Фолкнер, где ты был, черт возьми? Простите, что пропал, но никто не должен был знать, где я. Вы двое сильно заняты? Нет. У нас истек контракт. Так, а мы как раз ищем канониров. Если позову к себе, что скажете? Ну что, еще пара передряг не повредит? Отлично! Аквила отличный корабль. Мы как раз ставим на него пушки. Кажется, твой друг сейчас получит в зубы. Где Чарльз Ли? Мне не слишком нравится твой тон. Эй, ты! Подумай-ка дважды, Бидль! Бобби Фолкнер заделался нянькой. Наконец-то ты понял, что ты дерьмовый моряк. Эй-эй-эй, вы не здесь, джентльмены. А лучше вообще нигде, Бобби. Забирай друзей и уходи отсюда. Пошли, ребята. Пушки, небось, готовы. Что за дурь на тебя нашла? Тот, что старше, тамплиер. А кто второй? Тамплиер? А соплях Николас Бидл. Считай, никто. Мичманишка английский. Пушки готовы? Да, но сразу в бой кидаться рано.
Найдем годную цель и научим тебя стрелять. Пока мы поставили немного пушек, но есть место для дополнительных, если тебе понадобится. Пол паруса! Похоже на бывший британский фрегат. Он подойдет для артиллерийской тренировки. Развернись бортом, убрать все! Нацель все орудия и скомандуй огонь. Давай обычные ядра! Стоять! Блин! Заробить их, дьяволу! Заряжай! Живо! Еще заряжается! Вперед! Отлично, парень! Теперь прицелься ему по носу и жахни как следует! Стоять! Огонь! Погнали! Там был старый порт! Славно! Теперь фальконеты! Они точнее! Жарь по этим бочкам с порохом, устрой фейерверк! Приготовиться! Огонь! Ты быстро учишься. Только если мне интересно. Почувствовал вкус моря, да? Мы сделаем из тебя моряка. Теперь пора возвращаться. Старик с меня шкуру сдерет, если я тебя задержу. Они в нас стреляют. Мы тебе покажем! Мы портим собственность короны, мешаем королю спать. Выбирай! Что нам делать? Придется отбиваться! Потопи гадов! Давайте фальконеты! Бортовой залп! Подобить их!
держать, моряк. Неплохо для первого раза, а, парень? Будет долго! Возвращаемся, а то старик мне и голову оторвать может. Они все у меня. Дашь то, что мне нужно, я отдам их тебе. И все. У тебя есть корабль. Можешь все найти. Кто это такой? Этот? Старый волк вечно что-то бормочет про письма капитана Кида. Чушь. Но он безобиден, так что я его не трогаю. Хочешь поговорить с ним? Но он такой болтун, что уши вянут. Аквила будет ждать тебя. Мы будем тут, когда заскучаешь по открытому морю. А теперь лучше поднимайся на холм, пока старик не спустился сам преподать мне урок. Недели. И даже не попрощался перед уходом. Прости. Ну? Чего ж ты ждешь? Наденька. Когда-то в таких случаях проводили особый обряд. Но мы оба не очень-то их жалуем, верно? У тебя есть оружие, есть навыки и цель. А теперь и титул. Добро пожаловать в братство, Коннор.